Почему так? Покажи мне свою силу. Все послужат мне. Так, хелю. Да какой блядь скованный страж, блин? Какой еще страж в стартовой руке? Ну ё-моё, господи, два собирать от трупов. Хелю давай, ёптель. Ёптель! Тебе говорю, ёптель, давай хелю, ёптель. Друиды наш корм, если сдача не полное говно. Ну хотя иногда у друидов такая сдача, что там охуеть можно. Ну вот, например. Нашел что-то? Дракон, что ли, с разгоном нашел? Да ладно. Да ладно. Ебать, круто, конечно. Мышка, когда говоришь. Ну, значит, моя софтина не распознает, ну, не отличает клацание мышки от моего голоса. Обидно, знаете. Что-то как-то разогнался, раскастовался, разгона не получил. Он как-то, не знаю, свои монетки не рвет и, по-моему, разбазарил на неважные вещи. Я хер знает, куда он так торопился. Но я бы на месте так бы не торопился. Что он там раскопал? Типа два заклинания. В общем, твой стол вещь классная, качество стрима упало. Ну, там будет настраиваться постепенно. Там же тоже качество стрима не сразу появилось. Закреплю стол, закреплю камеру. Подумай насчет колонок, подумай насчет микрофона. Надо подумать, надо время. В принципе, я могу микрофон разместить не справа, а слева. Но там будет совсем не так удобно, как справа. Совсем не так. Да и нахер он тут слева? Нет, справа прям хорошо. Можно монитор второй куда-то переставить. Так, это мне прям не нравится, кстати. Он сейчас нам тут устроит. Э, где хеля ебучая? Нужна ебучая хеля. Ебучая хеля, приходи. А то он там в тот край прокачал, а нам тут давить вообще нечем. Смотри, ноль, что мы замешали. Пятерку, что ли, давай, которая 5 карт берет? Сейчас работа сильная, да? Вот суча работа сильная. Трупы ему там доступны, блядь. Вообще, конечно, матчап наш, но сдача говно полная. Отвратительная сдача. Понятненько, понятненько. Два великана на старте. Блин, расстроили вы меня с микрофоном? Зачем меня расстроили? Вот. Какое вам зло плохое сделал? Ну, в принципе, если убрать колонки вниз и монитор подвинуть, можно там что-то придумать. Чтобы было как раньше. На самом деле, раньше, ну, тоже микрофон был довольно близко к мышке. Может, где-то какие-то настройки слетели, не пойму. Не, на старте нужна чума, которая мужика 2-2 кладет. Либо ману ворует, либо мужика 2-2 кладет. И 2 хп ворует. Давай, стоп дека, камон. Стоп дека, камон. Ладно, хили топ дека, потом пойдет чума стоп дека, я понял.
По идее, отсекать звук должна софтина. Может, она баганула, может, перезагрузка поможет с этой софти. Тебе маны будет стоить, да? А это будет стоить одну ману. Раз, два, три, четыре. Вообще неплохо. Давай начнем с этого. Один. А, она поменялась. Два существа сейчас плюс 4 получит. Надо было сразу давать с монетки. Ебать, там еще такое. Нормально ты вроде не играл, сразу легенду взял на опыте. Ну, как видишь, еще не взял. Еще в процессе. Каждый матч на морально-волевых. Что за дек такая? Два папарацци, вот эта хуйня. Что за дек у него? А, ну без хели, не бесконечно еще, но прискорбно. Ребрады прокачали. Кто знает, как пишется Зиносшари? Есть кто-нибудь? Это чисто контроль ДК. Если я найду Хелию быстро, я его убью. Если не найду, он меня убьет. Привет, Рикет. Тут все на Хелию. Пока что-то не Хелия, да, как видите? И с ресурсами напряженка. Ох, за утро. Это Хьюстон у нас проблемы. Короче, надо отчаянно искать хели. Тут либо хели, либо смерть. Примас тоже неплохо, но нужна... Ага, есть, есть контакт. Маловато. Не густо хп. Так, теперь у нас жира, капец. Надо срочно выкидывать карту из руки. Мы сейчас сыграем хелию, эти чуваки будут стоить 3 маны. Надо сейчас быстро очень раскидываться. Хелию... взрыв трупов, что ли, или что там? Ебать, душековат, конечно. Что такое, ты смотри. Ты смотри. Или да? Даже одну шуму сразу ёбнем тогда.
В общем, гном, меня выписали из больницы, еще немного болею, завтра буду. Нет, погоди, тебе нельзя выписывать из больницы, потому что у тебя этот зональный баф же. Анальный баф у тебя, Арикет. Ты будешь хилить плохо. Сиди в больнице. Ты из больницы хилил лучше, чем из дома. Вернись в больницу. Легенда сегодня? Ну, пытаюсь. О, неплохо, кстати. Давай, еще. Может, ты карт хочешь взять? У тебя 36 в колоде, очень много карт. Надо взять тебе карт. Хорошо, хоть примуса не спиздил. Ну, о, ребрада спиздил! Ах ты, шакал ты паршивый, спиздил ребрада. Жесть, спиздил ребрада, прикинь. Ну что за чмурдяло такое? Это ж полный стол говнарей. Сука падла, вот сука падла. И хилис там что-то. Чуму не хочешь поднять, братан? Ну и... Сейчас похилимся. А может нам сначала его спиздить, слушай? Давай мы его спиздим лучше. Хотя у нас места нет. Место сейчас надо искать. Мне надо два места, да? Ну одно легко освободить, а лишь второе место освободить. А я не могу второе место освободить, слушай. Меня тут как ни крути, второе место и не освобождается. Это разве что в него ударится. И тогда я сожрать ничего не смогу, да? Я ничего не смогу сожрать, если я сначала расчищу. Погоди. Блять, места нет. Вот, сука, сам себя подставил. А он есть? Не знаю, сейчас считать буду. Он сдался. Ну, походу, есть. Слушай, ну каким-то чудом реально нам прощают. Не очень хорошая сдача. Что, три победы еще до легенды надо? Ну, давайте, надо успеть перед Тарислендом. Три победы. Хилия приходит поздно, но нам прощают. Такое ощущение, что действительно не очень сильные чуваки охраняют сейчас ход легенды. Ну, может, это, ну, знаешь, так короткая была полоса, сейчас как пойдет, бац, ханты какие-нибудь. Ханты очень опасные. Хантов не люблю. Да, я тоже не люблю. Друиды вкусненькие. Все послужат мне после смерти. Здравствуй, Пашка.
Еще единичку дайте, будет идеально. Легкая легенда намечается. Слушай, не говори гоп, пока яйца над забором. Еще 3 звезды надо взять. Все может пойти не так. Я бы раньше времени не выеживался. Надеюсь, там неуклюжая сдача. Тогда 2, 3, 4, 5 и все, и домой, братан. Ну, там какая-то уклюжая сдача. Ты тут меня не радует. Таких ДХ я боюсь. Страшных ДХ. Страшные, лютые ДХ. Очень боюсь их. Но если вот это прокатит, это почти сразу победа. Почти мгновенно, если прокатит, если не убьют. Дашь код дэшки после игры? Тушу. Секретная дэшка. Всем давать код, никакого кода не останется. Я повышаю. Будет ли финальная серия Timeflow на канале, да? Блин, что-то они такие темповые, они так раздражают своей темповостью, вот эти чуваки. Но он убьет почти наверняка, тут шанс, что он не убьет, прям ничтожный, практически нулевой, но тут выбора не остается. Надо ставить и надеяться на лучшее. Надеяться на чудо и все. Может, сейчас удорожение тут дыхнется. Просто надеемся на чудо. Но убьет почти гарантированно. Это ДХ создан из ремувала. Из прокачки атаки, из ремувала. Ну и вот, а я о чем и говорю. Сука, подлюка. Кто знает, как пишется Зиношари. О, неплохая карта, кстати. Трупов пока мало, но мы поработаем над этим. Кто он? Привет, Рома, решил старянуть тряхной и в легенду залететь. Ну так, ёпт. Интересно, у оппонентов тоже лагает или только у меня? Блин, надо скорее хилиум уставить, чтобы он... Только долго, нормально. Три карты сейчас возьмет. Харстон, ну это не смешно. Ну ладно, давай не будем жадничать, давай четверочку позовем. Чтобы надавить на него. Да блять, ну что происходит, а? Что это такое? Ну, заклинание природы. Ты не природа, нет? На дно с кораблем. Жалко, карта хорошая. Чума прогорает без херии. У меня прям сердце крови обливается. Задремал на те карты, ну слушай.
За 3 маны 3 карты. Это легально вообще? Не, у меня VPN отключен. Отключим VPN. Но если лагает в обоих, это хоть, знаешь, ну хоть как-то уравнивает шансы. Ничего себе. Может быть, даже мне на пользу. Так, если я сейчас раскопаю халявный спелл. Давай за 7 маны завалить андедами стол на всякий случай. Твою мать. Ты издеваешься, что ли? Ну ты издеваешься, серьезно? Что это такое? Ну на. Ну на! Не смешно игра, не смешно. Не, ну Мороз похоже имба, но он на один ход его задерживает. Там же заклинание, по-моему, он сейчас может заклинаниями раскастоваться, там 2-5 меня шлепнуть. Могильная сила, что это такое? Надежда, что у меня там лагает еще сильнее, чем у меня, вот на что надежда. Что он с телефона играет, такой, да, вот смотри, сейчас убиваю 2-5, и мои вот эти чуваки... А, ну в руку это ладно, в руку можно. За 6 ман сыграл карточку. Видимо, очень хотел. Блин, дека целиком и полностью про хили. Без хили вообще не то. Эта сука тупая не приходит. Все, надо додавливать, а как-то. Да. А уешить? Кидать ему чуму в лицо и... О, победа. Так, нам осталось 2 звезды. Кстати, а сколько у меня уже побед на ДК? Я как ладдер начал играть, у меня там победа прям. 280 побед уже, охереть. 280 побед. А вы говорите, я ладдеры не играю. Всегда, когда делаю обзор, всегда находятся в комментах люди, которые пишут, да гном уже 10 тысяч лет не играет ладдер. Что он там понимает? Что хейтеры? Что с лицом? 280 побед. А я напоминаю, что также у меня есть телеграм-канал, в котором я публикую в основном новости и мемасики. И время сейчас такое, что трудно отличить одно от другого. Ну и, конечно, чат, где вы можете это обсуждать. Ссылки под роликом.